уничтожить банду Соловьева в течение 3 суток. В ваше распоряжение поступает любое воинское подразделение. Он же издевается. Господа, это ограбление! Не стоит волноваться, здание заминировано! Перед нами совершенно новый образец русского человека-разбойника. Просто разбойник. Исчерпывающая информация. Как я скучал по тебе, веселая железяка. Как порядочный человек, я обязан предложить вам интим. Да ну. Будешь или селян будить придется. Да пошумим немного, иначе бы я к вам на метро приехал. Разве такое можно пропустить?